90 лет назад в деревне Липовка и Бресинского района свои двери распахнула начальная школа. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой. Традиции школы хранят по сей день. Одна из них – волейбольный турнир, который здесь проводят ежегодно в память о своем героическом земляке, выпускнике школы, герое России Леониде Константинове. Впервые школьный звонок прозвенел в Липовской начальной школе 1 сентября 1928 года. Здесь учились дети не только деревни Липовка. Приезжали ученики и из близлежащих деревень – и Бресинского, Батаревского, и Алаторского районов. В 1937 году школу преобразовали в неполную среднюю, а затем в восьмилетнюю и, наконец, в среднюю. Вот они, первые выпускники – 7 мальчиков и 7 девочек. В 1975 году они закончили среднюю Липовскую школу, разлетелись по стране. Но каждый год приезжают сюда, на родину, чтобы встретиться с учителями, одноклассниками, односельчанами. В апреле в учебном заведении особенно много гостей. В традиционном концерте участвуют и выпускники, и учителя. Приезжают звезды чувашской эстрады. Кроме этого, вот уже 19 лет подряд по инициативе директора Федора Скворцова здесь проводят республиканский волейбольный турнир. Первый турнир провели уже в 2001 году. И с тех пор у нас сегодня будет 19 турниров уже. Он открыт у нас, республиканский. Участвуют мужские команды. В разные годы участвовали больше там 10 команд. Турнир посвящается выпускнику Липовской школы, герою России Леониду Константинову, трагически погибшему при исполнении воинского долга в Северокавказском регионе. Константинов – кавалер Орден Мужества, знак отличия за службу на Кавказе. Служил в горячих точках Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Чечни. Два раза был ранен. О подвиге героя рассказывает экспозиция в школьном музее. В этот раз на турнир памяти Константинова приехали 6 команд из Чебоксар, поселка Ибреси, села Комсомольская и Бресинского района. Волейболисты поселка Ибреси буквально вырвали победу у соперников из Кубни.